1 января 2017 года на территории России действуют новые правила регистрации маломерных судов. Теперь судоводителям будут выдавать международное удостоверение. Изменения коснулись и идентификационного номера судна. Он определяет региональную принадлежность и теперь будет состоять из 11, а не 7 знаков. Новые правила заменяют понятие «бортовой номер». Теперь моторному маломерному судну будет присваиваться идентификационный номер. Он включает в себя две буквы, четыре цифры и в конце номер региона России. В Ненецком округе это РУС-83. Располагаться он должен также в одну строчку и на каждом борту. Что касается высоты букв, ширины и толщины линий, то никаких нововведений тут нет. Все по-старому. Если невозможно выполнить такие требования, то место нанесения определяет также орган регистрации судна и заносит это в судовой билет и реестр. Наносится он точно так же, имеется в виду по бортам маломерного судна, чтобы весь вот этот номер был на 1/4 от форштевня и все прочее. Кроме того, обязательное нанесение триколора России. Так и пишется в приказе. Если нет возможности нанести триколор на борт маломерного судна, необходимо в форштевне нести флаг. Отмечу, что новые правила действуют только для тех, кто только собирается регистрировать свое маломерное судно. Лодочникам со стажем менять старые бортовые номера на идентификационные не нужно. Кроме номерного знака изменился и судовой билет. Теперь он будет представлять собой не книжечку, а лист гербовой бумаги формата А4, заполненный с обеих сторон. Если раньше был маленький хорошенький судовой билет, сейчас вот для судовладельца. Вот такая вот. Тут все. Она, во-первых, не может быть заламинирована. Она потому, что вносить дополнение тут надо будет и все прочее. Но единственное утешение то, что на борту должна храниться, опять же, копия вот этого судового билета. Копия судового билета. Если мы будем с собой возить постоянно вот этот судовой билет, ну, примерно в течение месяца он превратится в тряпочку, которая потом нечитаема будет и все прочее. Вот. Копию, в принципе, и в приказе так написано, что можно получить сразу при регистрации. То есть мы выдадим копию. Перед выдачей идентификационного номера на маломерное судно нужно оплатить госпошлину в размере 1600 рублей. Для выдачи судового билета она составляет 200 рублей. Прием граждан инспекторами ГИМС проводится по понедельникам с 10 до 12 и с 14 до 16 часов. Выдача готовых документов осуществляется в четверг.